Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, быстрее, быстрее! Девятый, десятый, одиннадцатый, да? Вперед! Подвиг? Ну, конечно, ведь вы спасли человека, вытащили его из огня, разве это не подвиг? Ну, это я вышел утром на крыльцо, дымом пахнет. Думаю, Амельченко в баню затопил, укол-то еще в прошлом году сгорел, когда мы на празднике это Хорошо, было. Вышли утром на крыльцо. А, ну, смотрю, баня не топится, а дым из дома Ковригиных идет. Простите, а что вы подумали, когда поняли, что горит дом вашего соседа? Я побежал, стал кричать. А что вы кричали? Караул, горим, спасайте! А дальше? Проснулись? Кажется, да. Слава богу. А что, громко кричал? А кто победил? Не знаю. Жаль. Такие сны надо досматривать до конца. Почему? Ну, узнаешь многое про себя. И если ты во сне побеждаешь, то и в жизни ты не трус. А вот если наоборот? Ну, по-моему, я кричал довольно смело. Ну, выбежали, похватали ведра, кто к колодцу, кто на пруд, дом-то и сгорел. Скажите, Ваня, а как вы спасли Ковригину? Ведь дом уже горел, когда... А, она сама выползла на крыльцо, чихает, ругается, деда своего почем зря кроет, потех. Над чем трудитесь? Героек в буднях. Кошмар. Что? Да сон. И так каждую ночь. А вчера хотите послушать? Хочу. Секундочку. Значит, еду я в старом разболтанном дилижансе. Mm-hmm. На коленях у меня желтый чемодан, а в чемодане том янтарное ожерелье. Mm-hmm. Вот. И должен я отдать его первой девушке, которую встречу на дороге. Но при одном условии, что кроме рваного платья на ней больше ничего не будет. Едем. Ночь. Луна. Поскрипывают рессоры. Вдруг... Выстрелы. Конский топот. Смотрю, окружают. Ну, я чемодан в сторону, шпагу в руки и вперед! В атаку! Ну, а дальше? Проснулся. Жаль. Странный сон. А я вообще странный. А иногда в стихах, что ни строчка гениально, а проснешься, начинаешь вспоминать. Бред. Садись. Дембель. Дембель. Куда? С тобой. Отлично.
хороший! А, Вера Егоровна, сколько лет, сколько сил! Мои у себя? Побежал. У себя, у себя. Марья Ивановна, гости к вам. Принимайте гостей. Ой. Паша прибыл. Паша, здравствуй. Какой гусар. Здравствуй, руки у меня сальные. Не беспокойтесь, тетя. Ой, какой большой. В отпуск. Ну, совсем. На всю оставшуюся жизнь, тетя. Как же ты так, нежданно-негаданно, дал бы телеграмму. Зачем? Зачем? Что едешь? Мы приготовились. Денег было жалко, тетя. Не своих, ваших. А выбивает мяч что зачем? Ну, устал с дороги-то, небось. Первая травма. Это Вахид Масудов. А что сия означает? Ой, девушку впустила. А? Тихая, не видно, не слышно. Ну, что комнате пустовать? А лишняя копейка не помешает. Да, конечно. А твои вещи не-не. Все цело, неприкосновенности. Сам же виноват. Дал бы телеграмму, я бы ее и выгнала. Зачем? Ну как же, комната твоя. Мы на нее никак не претендуем. А девушка красивая? Красивая. Тогда пусть живет. Так а ты где? Я здесь. С ней. А почему нет? Я буду мне черпать силы для вдохновения. Вам же лишняя копейка. Что это с тобой, Паша? Племянничек приехал. О, дай-ка, ну-ка, дай-ка, я тебя поцелую. Красота. Старовёк. Воин, понимаешь, воин. Нам парашютистам. Привольно. Привольно под небом. Мать, это надо отметить. Я тебе отмечу. Я тебе сейчас так отмечу. Идем в баню. Не могу. В другой раз. Тороплюсь. Не помешаю? Алло, алло, вас не слышно? Алло? Господи, как ты меня напугал. Без телеграмм, без письма, ты что, прям с вокзала? Ой, спасибо. Ну, здравствуй. Ой, подожди, Пашка. Я вообще и не мытая, и не честная. Знаешь, я болею, мама болеет, дом такой беспорядок. Что с тобой? Ой, не спрашивай. Паш, послушай. Послушай, а где твоя-то пескозырка, гимнастерка, а? Тебе нравится военная форма? Ну, знаешь, Паш... Человек приходит из армии, он должен быть во что-то одет. Ты уверена? Ой, Пашка, я мечтала увидеть тебя уставшим, небритым, с наградами на груди. А я еду не из армии. Как? Да так. А откуда же ты едешь? Потом расскажу. Ой, Пашка. Когда мы встретимся? Знаешь, Паш, давай так. В общем, жди меня. В парке, на нашем месте. Хорошо. Я сейчас в ванну и буду как огурчик. Договорились? Ну-ну, не дуйся. Там все расскажешь. Ну, иди. Давай. Кто там был? Соседка. Гляди, какое чудо, а? Понюхай. Люба. Довольно. Вот твой китель. Но еще есть время. Нет, нет, тебе пора. Это не китель. Какая разница? Большая, Люба. Так я тебя жду, как договорились. Сегодня? Ой, нет, что ты? А что случилось? Ничего, но... Тогда в чем дело? Не спорь. Дай я тебя поправлю галстук. Люб, у меня завтра начинаются полеты. Тем более. Займись самоподготовкой. Покрутись на турнике. Мы не увидимся 3 дня. Тем приятнее будет встреча. Все, а то мама вернется. Идите.
Ты что, разобьемся? Ну и пусть. А ты что, в армии тоже так? А я вообще не был в армии. Как? Да так, не ходил туда, вот и все. А где ж ты был? На семинаре молодых писателей. Значит, полтора года он был на семинаре, а письма, фотографии? Да я вас дурачил, да и только. Посуди сама, какой мне смысл идти в армию на два года после института и диплома с отличием? Ой, Пашка, Пашенька, ты совсем не изменился. Ну, успокойся, главное, что мы снова вместе, я тебя люблю. Хочешь, прочту посвящение? Какое посвящение? Мое посвящение. Мне, что ли? Тебе оно будет на титульном листе, слушай. Будь такое, как прежде бывало. Вот скажи мне хоть слово одно, чтоб душа в этом слове сыскала, что хотелось мне слышать давно. Пашенька, ты что меня принимаешь? За дурочку? Почему за дурочку? А тогда в чем дело? В чем дело? Просто у меня выходит книжка, вот в чем дело. Что? Книжка у тебя? Ну, знаешь, Паша, ты меня ставишь в неловкое положение. Меня все спрашивают, где ты, что ты, а я отвечаю, в армии. Ну, вот видишь, даже самому смешно. Постой. Паша, а что это за книжка? Ну, книжка моих стихов. Ты хоть письма читала? Ну, Паша. Паша, постой, постой. А что этому вполне? Можно верить? Вполне. А что, за это могут и заплатить? Да, рубля по два за строчку. А это много? Вполне приличная сумма. Потом зависит от тиража. А какой тираж? Угадай. Ну, 5. Чего 5? 1000. 50. 50? Угу. Ну, Паша, за это нужно выпить. За твой успех. Предлагали место в журнале «Юность» в отделе публицистики. Я отказался. В «Юности»? Угу. Это в столичном? Угу. И ты отказался? Угу. Ну почему? Потому что не мое это дело. Конечно, квартира, прописка, работа в центральной прессе, но... Я бы там заглох, или еще хуже, стал бы я таким модным прозаписцем. Не хочу. Скажите, пожалуйста, другие не глохнут, а он бы заглох. Там нужна хватка, а у меня ее нет. Да и потом, журнал не нравится. Ха. Ты меня убиваешь. Как можно отказаться от такого места? Паш, пойми, это же карьера. Увы, все не так привлекательно. Нет. И потом у меня свои планы, своя мечта. Я тебе потом расскажу. Ты ахнешь, ты просто обалдеешь. А я уже обалдела. Ой, что-то я устала сегодня. Проводи меня, пожалуйста. Ты уходишь? Да, у меня еще курсы повышения квалификации. Никак нельзя. Ты прости меня, Паша. Я так тебя ждала. Надеялась, что ты, а ты... Я старый лыс. Вы юный, как цветок. Вам пенье птиц, а мне вина глоток. Я к вам пришел, я вам принес вино. А пение птиц не слышно все равно. Алло, мне Эру! Коша, Коша, это я. Слушай, ты будешь сегодня? Срочно нужно посоветоваться, срочно. Это ужас какой-то, я этого не переживу. Он стал таким желчным, таким невыносимым. Так измениться ты просто не представляешь. Мне тебя жаль. С другой стороны, его напечатают, станет известным, поедет в Москву. Я читала его вполне приличные стихи. Винись. Милая моя, развлекать людей это не дело. Вообще все поэты, голодранцы и алкоголики. Алёня. Я всегда с ума схожу, когда у него полеты. Вот и сейчас. Роди ему детей. Он их оставит сиротами. Кому я буду нужна? А? И наверх. Не волнуйся. Женам военных платят хорошую пенсию за детей. Вроде алиментов. Причем чем выше звание, тем больше денег. Алёнь, скоро дадут капитана. Наверх. Прыжок. Кувырок. И... Потом он интеллигентный человек. Добрый, отзывчивый. Массаж лица. Алло, Леня, Ленечка, это я. Послушай, у меня все сегодня отменилось, да. Беги, жду. Где? А где хочешь. Село наше было большое-пребольшое. И в центре на горе клуб. Нас, конечно, туда не пускали, но когда там бывали танцы, наши местные посылали нас, пацанов, следить, чтобы ни с кем. Девчата у нас были ходовые, красивые. Что ж ты оттуда уехал? Служба? Ну, а бывало, как начнут утюжить.
мы сразу все за забор. А участковый, как начнет палить из револьвера, вверх, конечно, смешно. Ленечка, а ты меня любишь? Я же тебе столько раз говорил. А как ты меня любишь? А ты что, еще не поняла? Ну, ради меня ты готов на все-все-все? На все-все-все. В пределах устава. Вам кого? Разве по мне не видно? Врача! Сейчас. Сейчас, вы только никуда не уходите. Только Максимилиана. Да, дай минуточку. Максим Андреевич. Да? Максим Андреевич, там какой-то идиот, у него глаз набекрень. Ну, я не знаю, надо что-то вызвать. Кого-то, санитаров. Минутку. Прошу. Так, сюда? Сюда? Понятно. Так, покажите язык. Да. О, быстро, спирт. Сейчас. Помимо того, что он идиот, как ты справедливо заметила, Женечка, этот человек является другом моего детства. Так что на сегодня наша участь решена. Да, еще стаканы и нож. А вот еще про курение. Стояла и курила дева у набережной, где гранит. Была прелестна, словно Ева, но дым ее портачил вид. Я подошел, завел речь складно, и ей заметил невзначай, курить ведь для здоровья вредно. Она, поди-ка, погуляй. И не смутилась нисколько, все дым пускала через нос. Подумал я, глупа, настолько стоит, дымит, как паровоз. Пашенька! О, как мне было невыносимо одиноко без вас. Я готов разделить вашу участь. Вы вернулись, чтобы сгореть, служа добру и справедливости. Как это благородно. Я благословляю вас. Скорее, Сан Саныч ждет. А пьянке будет ли конец? Я с удовольствием подписываю ваше заявление, Павел. Место ваше свободно. Спасибо. Мы вас ждали. Ну и вообще, мне приятно вас видеть. Так... Значит, те стихи, вещи, которые вы нам прислали в начале года, нам понравились, мы их сразу напечатали. Первый прыжок. Первый прыжок. И прочее. Мне импонирует ваша манера. Свежо, искренне, у вас такая сильная лепка. Благодарю. Да. И вот у нас, значит, появилась одна идея. Я говорю, а что, если собрать все ваши стихи вместе и пустить их одной книжкой? Антонина Сергеевна кое-что приготовила. Мы вас ждали. Ну, тут, конечно, надо будет все очень серьезно обдумать. Я, значит, напишу вступление, представлю вас. Вы, конечно, не член Союза. Конечно, нет. Ну, ничего. Вот это пусть и будет ваше первое дело. А теперь к Антонине Сергеевне. Можно к вам? Нет, нет, я занят! А я все-таки хочу прочитать. Ба, знакомые все лица. Знакомьтесь, наш новый сотрудник Тамара. Павел Тюрин, корреспондент. И первая порция. Уже наслышана. Нахален, дерзок и гениален. Это он. Сон. Досмотрели? А, запутанная история. Оказывается, девушка, которую я должен был спасать, сама хотела оказаться в руках бандитов. Не может быть. Может, когда я разметал всех и уже приставил к горлу атамана острый клинок, эта коварная обольстительница воткнула мне нож в спину. Вот так. И как вы после этого? Проснулся. Работать придется за троих. Всегда готов. Время летних отпусков. А в отделе я и Тамара, сам понимаешь. Дай-ка. Ага. Это мое. Так. О! Это тоже мое. Во-первых, сигнал из деревообрабатывающего комбината. Подписано диспетчером цеха. Фамилия, думаю, подлинная, но не того, кто исповедовался. Это раз. Во-вторых, героика в буднях. Ну, тут твоя инициатива. Это профиль Тамары. У Тамары замечательный профиль, но работы хватит на всех. И в-третьих, как не стыдно, приехала писательница Максимова. Читал, я надеюсь? Она, говорят, была знакома с Львом Николаевичем Толстым. Севастопольский период.
Как долго простоял конвейер в прошлом месяце? 108 часов. Это много? Это 5 дней с суточной нагрузкой. Но план вы все-таки выполнили. План мы не выполнили, но планом я не занимаюсь. Я же вам объяснила, я маленький человек. Я понимаю, на вас оказали давление. Нет. Подошел начальник цеха и сказал, комбинат не выполняет план по валу. И вас попросили? Я маленький человек. За квартальный план управление завода получило 20 тысяч премий. Вам что-нибудь перепало? Меня никогда никто не покупал. Ну, не плачьте. Вот это вы подписали? Нет. Не отпирайтесь. Вот это ваша подпись? Я никогда ничего не писала. А зря. Дядя? Ну, как нам, парашютистам? Очередной погром? Я тебе сейчас все объясню. Ой. Я человек справедливый. А это Вохровская... Только цензурно. Пол, это моя... Ваша супруга. Она посулила этой девице... Девушке. Квартирантке, что пропишет ее. И взяла 500 рублей. Вроде как за жилье вперед, понимаешь? А нынче... Что? Нынче решила от квартиры отказать, а деньги... И вы, карающий меч правосудия, проводите операцию по изъятию нетрудовых доходов. Точно, Паша. Мечом. Огнем и мечом. Я очарован. Ваши действия так же безнравственны, как поступок родной тети. Кстати, где живет девушка? Фамилия? Вроде студентка. А где-то подрабатывает. День ночует, день нет. Значит так, девушку выгоните, упеку как алкоголика. Меня? Тебя. Деньги вернете, проверю. Ну а ты-то как, ты-то куда? Обо мне не беспокойтесь. Неправ. Это ты, Лаврентич, неправ. Панкратыч, Панкратыч! Панкратыч, ты неправ. Прокурор разберется. Типун тебе на язык. Это вам. Да, наливай. И все. Рубик. И все. Я хочу с вами танцевать. А я не хочу. Козел. Ну что ты смеешься? Во-первых, жить будешь в большом городе, может быть, даже в Москве. Во-вторых, не разобьешься, пассажирские летают ниже. А в-третьих, повидаешь мир. Континенты разные, магазины. Кристиан Диор. Мадам Клико, Эсти Лауде. Je t'aime la folie, je t'aime la folie. Je t'aime la folie, je t'aime la folie. Je t'aime la folie, je t'aime la folie. Мамуля, можно тебя на минутку? Je t'aime la folie. Любочка, ты испытываешь наше терпение? Мамуля, закроем дверь. Я должна сообщить тебе что-то важное-приважное. Страшное-пристрашное. С работы выгнали. Ой, здрасте, какие. Я сама уйду когда угодно. За сторой сидеть, перетряхивать нижнюю пыль. Мамуля, сядь, пожалуйста. Мама, я хочу сообщить тебе. О, я выхожу замуж. За кого? За вполне достойного меня человека, за Леню Кулика. Ой, не млей же ты только так. Да, фамилию у него подкачала. Но я останусь при своей. Любовь невинная. Я уже все взвесила. За этого военного? За летчика, мама. А если он разобьется? А если я умру от книжной пыли, а? Ты же видела с ним 2 раза. Ты так думаешь? Поздравляю. Насколько я помню, ты дружила с Пашей. Насмешила. С Пашей. Ха. Да он же шизофреник. Нет, с Тюриным все покончено. В Чили опять беспокойно. Ха. Бедные чилитяне, мне их так жаль. Моей дочери талант говорит глупости. Ты хоть знаешь, где находится Чили? Только не надо меня учить. Умные женщины, как правило, несчастны. Люба, перестань. И одиноки. Да. Ты куда? Компот? Нет, не хочу. Надо заскочить в издательство. У Тюрина берут книгу, я должен написать вступление. Вообще талантливый парень. Я думаю, через год-другой зазнается, тогда прощай редакция, здороваться перестанет.
Это правда? У Тюрина выходит книжка? Да. Вот. А какой тираж? Эта серия всегда выходит бешеным тиражом. Я думаю, 1050 будет. Алло, мне Рома Краступ. Круг. Все, дядя. И раз, и голова, и раз, и 12 вниз. И наверх. Привет. И прокат. Ну, что? Откровенно говоря, моя милая, в полной растерянности. Вспомни, сколько ты из него страдала, а теперь ты приносишь себя в жертву. В чем-то ты очень права. Мы с ним неадекватны. У него масса недостатков, масса. Но чертовски талантлив. А что не сделаешь ради таланта? Я погорячилась. Я поняла, что в отношении с Пашей была права не я. Книжку его ты видела? Нет, но я папку видела. Потом я читала стихи, посвященные мне. Ты знаешь, ничего. Ну, возможно, мы его недооценили. А, он славный малый. Сделаем так. Зови его на свидание, посмотрим. У меня глаз наметан. Можешь на меня положиться. Ой, Коша, будь другом. Мне с ним всю жизнь прожить. Хорошо. Только никаких опрометчивых шагов, никаких решений. Все остается по-прежнему. Ага. Шея. Свободный. Пятый. Легко. Легко. Шея. Расслабленный. Как идут наши дела? Наши дела идут хорошо. А как прошла встреча с Максимовой? Спасибо, Антонина Сергеевна. Я потрясен. Ну да. Выкладывай. Я вам очень признательна за... Максимову, но, к сожалению, я не палеонтолог. Кто читал твои стихи? Вы, Сан Саныч. А еще? А еще я. Завтра же ты возьмешь рукопись своей книги и поедешь к Максимовой. Если ты после этого не поумнеешь, ты не поумнеешь никогда. Я медленно краснею. Редакция. А, Любочка, сейчас тебя. Пашенька, а мы тебя поздравляем. Я думаю, что ты треплешься, это правда. Какая правда, о чем ты? Вот темнило. Ну, про книжку в 50 тысяч экземпляров. Ты же мне сам говорил, забыл? Вот он во всем такой. Любочка не права. Напротив, я считаю, что каждый мужчина должен быть странным. В нем должна быть загадка. Да, вы правы. Настоящий мужчина должен немного походить на обезьяну. Не надо на нее обижаться. Лучше посмотрите, как она сегодня прекрасна. Я вижу все и не сержусь. Она прелестная Лаура, да я в Петрарке не гожусь. Ну, не скажите. Любочка к вам совсем неплохо относится. Серьезно? С каких это пор? На что ты намекаешь? Я, упаси бог, я никогда не сомневался в твоей любви. Тогда в чем дело? А в чем дело? Ну, не дуйся, пожалуйста. Да, я была в чем-то не права. Но ведь тебя так долго не было. Целых 2 года. Полтора. Вот видишь, они мне показались как 2 года. Ну. Мир. Мир? Ты меня любишь? Я желаю тебе. Ты не ответил. Желаю больше, чем люблю. Сумасшедший. И чтоб больше на меня не дулся, а то рассержусь. Пообещай. Ты больше не будешь меня огорчать. Наверное, немало есть людей, что плачут от жестокости твоей. Опять? Нет, вот и живи с таким. Он тебя на другой день в гроб гонит. Ты видела, как я с ним, а он? Если он сейчас так, что же с ним дальше-то будет? Или я не права, козел? По следам анонимного письма, Перейтон. Это письмо оказалось совсем не пасквиль. Я верю. А ты понимаешь, чем это пахнет? Здесь одеты весьма уважаемые люди. Понимаю, они просто станут менее уважаемыми, вот и все. Ставьте свои подписи, Александр Александрович. Не пойдет. Понимаю. Беда наша в том, Антонина Сергеевна, что, принимаясь за дело, мы привыкли постоянно оглядываться. Пойдет или не пойдет, выгодно или опасно, и только тогда... Павел,
Пафоса вам не занимать. Так но... вы не идете? Тогда я сам. Сан Саныча нет. Скажите, а какие трудности испытывает летчик во время полета? Ну, основная трудность, я считаю, это взлет и посадка. А вот говорят, и в мирное время есть место подвигу. Пусть не сближается на втором развороте. Понял? Не могли бы вы рассказать что-нибудь из своего многолетнего опыта? Мы тут работаем, девушка. Летаем, тренируемся. А подвиги, в общем-то, это не по нашей части. Мамочка, ой, больно. Восьмой, восьмой. Я 4-12. Срочно прошу посадку. 4-12. Леня, что случилось? Больно. Болит живот. Очень плохо. Прошу срочную посадку. 4-12. Я морал. Посадку вам разрешаю. 4-12. Азимут. Азимут 300. Удаление полсотни. Всем работать на прием. Освободить посадочный курс. Обеспечь посадку 4-12. 4-12. Удаление 12. Правее 100. Ниже полсотни. Проверьте шасси закрылки. Шасси закрылки выпущены. Иду на посадку. Как живот? Ничего. Терпимо. Хорошо. Хорошо идешь. Прибирай плавненько оборотики. Вы, Тюрин, презрели этику журналиста. Вы где взяли эти цифры? Вам директор интервью не давал, мне только что звонили. Вы пошли на поводу. У анонимщиков мне стыдно. Когда весь город готовится к празднику, когда все мы должны... А вы со своим пасквилем. Я писал правду. Правду? Правда вот. Вы читали? Человек совершает подвиг. Лезет в горящий дом. Спасает целую семью колхозника. А вы, дорогая Антонина Сергеевна, вы сколько лет работаете в прессе? Я? Нет, что это такое? С бухты-барахты. Обвинить стольких людей в подлоге. Вы соображаете, что вы делаете? Сан Саныч, давайте оставим слово прения, а то что мы станем о вас думать? Хорошо. Давайте поговорим спокойно. Вы где хотите это напечатать? Да здесь, в газете. Вы не дальнозорки. И политически неграмотны, а это к добру не приводит. Поверьте моему опыту. У каждого свой опыт, мне вашего не надо. А вы знаете, к чему это может привести? Знаю. Скажите, Тюрин, вы хотите у нас работать? Ах, вот как стоит вопрос. Нет, вы неправильно меня поняли. Я хотел спросить, вы хотите иметь постоянную зарплату? Александр Александрович, вы только что говорили об этике журналиста. А вы помните, чему нас учили? Да, знаю. Помню. Именно печать, пресса должны, так сказать, быть на передовых. С этого начинается первая лекция по журналистике. Хорошо. Пусть будет по-вашему. Посмотрим. Антонина Сергеевна, значит, надо будет сделать так. Отправим это в соответствующие инстанции. Но газета есть та самая инстанция, которая должна... Не спорьте, Тюрин. Посмотрим. Хорошо, если это единственный способ дать материалу ход, мне самому нет, отправить? Нет, 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 нет. Я... Еще раз сам. Спасибо. Не стоит благодарности. А как вы сами оцениваете то, что написали? Ну, это моя первая книжка, и потом хотят напечатать, так что... Медлительной чередой не сходит день осенний, медлительно кружится желтый лист, и день прозрачно свеж, и воздух дивно чист. Душа не избежит невидимого тленья. Мы умираем, а искусство остается. Мой милый юный друг, вы талантливы, но это еще ничего не значит. Отправляясь в нелегкий писательский путь, вы не имеете права идти налегке, не поняв и не прошив.
Вы должны иметь хотя бы в зачатке во имя, которое будет освещать ваш путь, питать творчество. И это придумала не я. Это сказал мой старый знакомый Александр Блок. Вам, наверное, нужно напечатать вашу рукопись. И день прозрачно свеж, и воздух дивно чист. Душа не избежит невидимого тления. Хорошо? Очень. Запомните этот миг. Вы идете рядом с поэтом, будет о чем рассказывать внукам. Что вы так смотрите? Это стихотворение будет открывать мой сборник. Да? Да. Я тоже когда-то писала стихи. Правда, это было в 7-летнем возрасте. Вот послушайте. Кукушки нежный плач в глуши лесной. Звучит мольбой тоскующий и странный. Как хорошо, как горестно весной. Как мир хорош в своей красе нежданной. Хорошо? Очень. Вы просто Бальмонт. А вы почти Блок. Шейка бедра из четвертой, вот посмотрите. Ягунов? Конечно, Ягунов. Как прошла операция? Банальный аппендицит, вон везут. Ба, а вы-то что здесь делаете? Одну минуточку. Героика в буднях. Из заоблачных высот прямо на операционный стол. С 5000 метров. Mm-hmm. Это настоящая удача. Где вы еще откопаете такой материал? Девушка. Да. Я вас очень прошу позвонить по телефону. Сейчас. 43-95-42. 95-42. Черт, не пишет. У меня хорошая память, я запомню. 43-95-42. А как доложить? Позовите Любу. Скажите, Леонид Кулик просил передать. Со мной все в порядке. Пусть не ждет. Задерживаюсь на учениях. Хорошо, так и передам, не волнуйтесь. Где у вас телефон? Там, да? Спасибо. Я не представляю, как можно выпить. Девушка, девушка, вы куда? Умоляю, вопрос жизни и смерти. Я буду дежурить днем и ночью. Ну, пожалуйста. А, пожалуйста. Алло, Любовь Александровна, здрасте. Вам звонят по поручению. Просили передать, что товарищ Кулик, Леонид, находится в городской больнице в тяжелейшем состоянии, в тяжелейшем. Ага. Та не, до госпиталя не довезли. Упал с 5000 метров. Очень хочет повидаться. Так что торопитесь, торопитесь. Салют. Пока. Скажите, о чем вы думали, когда пытались посадить самолет? О том, что у меня очень болит живот. Это не годится. А вас будут читать тысячи людей, брать пример, а вы живут. О чем вы еще думали? Ну, наверное. Это что такое? Люба? Мы еще продолжим. Только недолго, пожалуйста. Меня пустили на несколько минут. Они говорят, что ничего страшного. Они что-то скрывают. Свеча. Два. Три. Четыре. И на посадке. Два. Три. Четыре. Развалились. Хотели вести в заблуждение. Дурочку нашли. Господи, ну голова цела. А что мне его голову? На трюму поставить. Мне тебя очень жаль, но ничего не поделаешь. Он лежал такой беспомощный. Его даже до госпиталя не довезли. Ничего, моя милая, не отчаивайся, еще не все потеряно. Мы все должны исключительно трезво обдумать.
Ой, Паша, ты. А мы думали, ты не скоро к нам. Так вот и... А то что же? Чужой человек, а ты, родной племянник, должен деньги где-то... Деньги девушке вернули? Какие деньги? Плату за комнату. Паш, Паш, деньги я пока не вернула, ну а... Паспорт где? Твой. Мой у меня в кармане, не прикидывайтесь, старая лиса. На прописке. Паспорт на прописке. Ложь. Он лежит у вас в ящике в старом барахле, на тот случай, чтобы его трудно было найти. Ведь лежит? Лежит. Вот. Лежит. Но не в ящике, а в другом месте. На шкафу под вазой. Паш, не верь ему. Не верь. Этот алкоголик... Ваш муж. Этот пропойца. Все не так, Паш. Не верь ему. Я верю фактам. Вы что, спекулируете государственной жилплощадью? Деньги и паспорт. Комната твоя, Паша. Твоя. А деньги я ей верну. Ну, шут с ей. С ее деньгами. Мне. Мне, тетя. Тем более, что ваше посредничество в прописке отпадает. Я женюсь на ней. Женишься? Немедленно. К тому же у нас будет ребенок. Как сами понимаете, это дело нам оттягивать не с руки. Репутация превыше всего. Ага. Значит так, деньги на стол, ага. А паспорт на прописку. И спокойной ага. ночи, девочки и мальчики. Ты что? Ты что там натворил? Ты что натворил? Ой-ё, моя ваза в дребезги! Живая ваза, пыль хотел вытереть! Пыль? Ах ты, алкоголик проклятый! Мало тебе своих! Мало тебе что твою! Ты что на чужие позорился? Деньги общие, общие деньги! Общие? Да? А где моя шинель? Вот моя шинель! Какая ложь? Вот моя шинель где? Это старые, а где новые? И когда в глазах у меня потемнело, я сказал себе, не сдавайся, твоя жизнь в твоих руках, и никто тебе не поможет. Но боль становилась все сильнее и сильнее, она не отпускала. Мелькнула трусливая мысль катапультировать. Но я сказал себе, в твоих руках боевой самолет. Так. Он народное достояние, он не должен погибнуть. Малец. Я не катапультировался. Леня. Можно я буду вас так называть? Леня, вы действительно герой. Я восхищаюсь вами. Вы герой мирного времени. Правда? Правда. И я не оставлю вас в беде. Я буду всегда... С вами. Спит твой суженый. Как с вечера пришел, все рассказал. Что рассказал? Ну и про свадьбу, и про ребеночка вашего. Какой суженый? Какого ребеночка? Ну, вашего с Пашей. Он все рассказал и правильно сделал. Все равно грех-то наружу выйдет. Не скроешь. Так что уж лучше сразу. Угу. А ты не стесняйся, милости просим. И не обессудь, если что не так было. Такого парня крутила. Ведь как следила. Когда не успели, ума не приложу. Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног. Что значит это вопиющее нарушение трудовой дисциплины? Влюбилась. Она в кого? В героя будни, в летчика. А чего тогда спит? Всю ночь дежурила у постели героя. Интересный поворот сюжета. Как он? Готов устал для поцелуя. Да, обязательно мы его отметим. Ну как же, это наш лучший корреспондент. Да-да, обязательно. До свидания. Хорошо, до свидания. До свидания. Редакции? Нет. Разрешите? Тюрина нет. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Спасибо, обязательно передам. Да, до свидания.
Ну, Павел, какой успех, какой резонанс. Посмотри, с утра звонят, спрашивают, где Тюрин. В городе переполох. Ты прямо в одно утро стал знаменит. Прямо Ваксберг. Нет, не Ваксберг. Ты Щекочихин. Нет, вместе Ваксберг и Щекочихин. Юрий. Я думаю, не только на этом комбинате. У многих полетят головы. Мне их жаль. А мне нет. А вот теперь, без всяких опасений, я хочу передать в твои руки новый сигнал. Присаживайся. Угу. Вот пришло письмо. Строительство профилактория в курортной зоне. Все на высшем уровне. Коттеджи, сауна, солярий, бар и прочь. Хозяин строит трест. Но это, как сказано в письме, формально. И вот надо выяснить, для кого, за чей счет. Ну и прочь. Намек понял. Но учти, это дело поделикатнее комбината. Где наша не пропадала? Слушай, а чего ты тянешь с корректурой своей книжки? Ее ждут в печати, а он... Попал в строю, плыви! Мужики, где 13-й объект? Да вот. Спасибо. Добрый день. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, все наши генпланы первой очереди. С чего бы вы хотели начать? С чего бы я хотел начать? Это наш новый микрорайон. Вы его уже знаете. Знаю. Это у нас больница. Мы строим ее на базе старой. Но здесь корпуса новые мы будем делать только. Это неинтересно. Это курортная зона. Здесь мы строим магазин. Секундочку. Мне хотелось бы начать с объекта номер 13. Это зона. Туда нельзя. Зона? Зона. Зона в курортной зоне? И такое бывает. Я понимаю, общего у них одно не заслужил, не войдешь, верно? Верно. Но я пресса. И что, никто не может помочь? Попытайтесь. Ну и работенка у вас, знал бы, не пошел. Здесь за так денег не платят. А где гарантия, что заплатят? У тебя какое образование? Какая разница? Тут у нас вкалывает один свыше, так он подсчитал, что за эту работу нам заплатят 15 тысяч. Усек? Усек. Ну вот, а теперь подели эти 15 тысяч на всю нашу бригаду. Ну, прибавь человек 5. Какие еще 5? Нас всего 10. А кто нам работу дает? Кто оформляет? А кто? Дядя. Какой еще дядя? Тот, которому все это нужно. А кто платит? Хозяин. Хозяин? Да. А кто у нас хозяин, знаешь? Правильно, народ. Вот народ за все это и платит. Отдыхать-то кто будет? Я же тебе сказал, дядя бестолковый какой-то. Слушай, вы, тут тебе не армия, тут вкалывать надо, понял? Кстати, ты не оформлен, так что вкалываешь бесплатно. Ради доброго дела готов и бесплатно. Шутник? Лариньч, едут? Едут, Панкратович. Здрасте. Здрасте, здрасте. А мы уж заждались. Thank you.
И вот, пока я ждал, когда этот негодяй попросит у нее прощения, мне совершенно неожиданно воткнули нож в спину. Вот сюда. Закричал я и выронил шпагу. Когда же я обернулся, то увидел, что прекрасная принцесса, ради которой я рисковал жизнью, дико хохочет, держа в руках окровавленный нож. Ну, я, конечно, тут же потерял сознание, рухнул на землю, как подкошенный. А прекрасная принцесса взяла под крендель главаря, оказывается, они были давно знакомы. Села в карету и укатила. Не может быть. Может. Коварно. А дальше? Дальше? Дальше. До утра я пролежал, истекая кровью, пока меня не подобрала дочь лесника. Кстати, когда я пригляделся, она казалась прихорошенькой девушкой. Я даже подумал, какой смысл было рисковать жизнью ради принцессы. Тьфу. Действительно. Когда тут и... Вот. Она смочила слезами кусочек своей сорочки. Говорят, слезы останавливают кровь. Могут. Перевязала мне раны и потащила к себе в избушку. Мне даже как-то стало совестно. Думаю, молодой, здоровый парень оттащит его слабенькая, беззащитная девушка. Свинство, да? Действительно невоспитанно. Да, такое ощущение, как будто место в трамвае не уступило. Что дальше? Проснулся. Привет. Привет. Пришла пора заката. Вы слышите? Идет ночная тень. Пугаете? А вам не страшновато не знать, куда от вас уходит день? Куда же он уходит? Интересно. Под вечер на невидимом коне ваш каждый день, да будет вам известно, простится с вами и спешит ко мне. Зачем? Сказать, кому вы улыбнулись, с кем ссорились, с кем пили. Что же? Чай. С кем бегали по лабиринту улиц и даже с кем встречались невзначай. Встречаюсь я, вы знаете, с больными. Но и за ними нужен глаз да глаз. А можно оказаться между ними? Вы что? Больны? Когда не вижу вас, я болен, как мне кажется, любовью. Вы шутите? Скорее наоборот. Но все равно желаю вам здоровья. Ложитесь спать. На утро все пройдет. И все пройдет. Спасибо за совет. Редакция. Люба, я слушаю тебя. Официально, я в редакции. Холодно. А эта форточка открыта, уже ночь. Что я слышу? А ты уверена, что именно меня ты хочешь видеть? Хорошо. Я виноват и готов вину загладить. Где? На прежнем месте нет, спасибо, надоело. Открой балкон и жди.
самочувствие? Нормально. А что? Есть дело важное. Оно касается меня, тебя и Любочки. А я тут при чем? Ты должен мне помочь. Вставай. Идем со мной. Идем. Но только тихо. Ты в окно без стука. У меня даже сердце оборвалось. Ничего не слышно. И впрямь оборвалось. Тише. Родители услышат. Да нет, стучит. Пожалуй, нет. Скорее всего, стучат. Стучат? Но ведь так поздно. Пойду проверю. Вечно. Фокусы твои. Подожди секундочку. Садоводы, лихие флебустьеры от сахи.